начало, поначалу было как бы тяжело сначала морально. Немножко вот нужно было где-то пару дней, чтобы немножко прийти в себя, ну, в новом городе, в новом коллективе. Вот, а так, в принципе, особо проблем никаких не было, потому что ребята очень дружные, очень позитивные, очень как бы всегда помогали, были там несколько там мелочи, проблем, где ребята как бы сразу помогли. Вот, на сейчас как бы и Дима Яшкин, и Магнус мне помогали, потому что мы живем в одном месте. И вот где-то меня довозили до стадиона, где-то обратно брали, потому что я как, для меня как, все было в диковинку, ничего не знала. Вот ребята, хорошо, что ребята рядом, и как бы они помогали всегда. Доволен, собственно, игрой участвовать именно здесь, в этой организации? Ну да. Все, что от меня зависит, я делаю. А стараюсь выкладываться на 100%, вот, становлюсь, стараюсь выполнять установку тренера. Вот, в принципе, команда выигрывала тоже. В принципе, много хороших, позитивных моментов. И игра такая тоже очень интересная. Играли против очень хороших команд на старте. Вот, поэтому было так прикольно сыграть. Поэтому сейчас уже привык, уже влился в коллектив. Уже, в принципе, такая же рутина, как и была. А в ваше время в какой-то момент начало расти. Ячкок стал выпускать в большинстве и так далее. Сейчас оно немножко уменьшилось. Есть какие-то причины этого или нет? Ну, в принципе, просто здесь еще, помимо меня, есть еще люди, которые уже играли в этой команде давно, и уже и ветераны есть. Ну, так как не ветераны, но которые играли здесь уже много лет. Вот, в принципе, они уже играли, пусть как бы новые, кто пришел. Вот, поэтому я как бы ожидал, что не будет сразу как бы мне дадут все, что я хочу. Вот, а так, в принципе, ну, как бы мое дело играть, что дают, то я и беру, в принципе. Вот, иногда бывало, выпускали, конечно, хочется и больше играть, и блестеть, хочется играть, помогать команде. Вот, пока как бы, вот, тренера виднее, есть люди, которые играют в большинстве, в меньшинстве, поэтому будем стараться играть 5 на 5, и потом уже заслужить место еще в большинстве, поэтому я думаю, как бы еще все только начинается, я думаю, еще чуть-чуть впереди. Следишь ли за своим бывшим клубом? А если да, может быть, с какими-то конкретными игроками вообще? Да не особо уже не слежу. Вот. Как бы даже первые дни просто не было времени даже телевизор смотреть. Как бы были там другие дела, чем занимался помимо хоккея, там бытовыми всякими делами. Вот, а так. И со Слепшим общаемся, с русским пацаном, и фитнес-тренер, у меня хорошие отношения с ним. Вот так немножко связь поддерживаем. У друзья у меня в этом теннисе, который вне хоккея. Вот, в принципе, так потихоньку просто держим связь, общаемся немножко. Знаешь, что там холодно уже, у нас еще тепло, там холодно. Да, все, что я знаю.